Добрый день! Вы смотрите информационную программу «Мы Израиль». Как всегда, мы начинаем подборкой новостей. И первая из них состоит в том, что Министерство транспорта приступило к обновлению большого отрезка шоссе номер 1. Это главная магистраль, которая связывает Иерусалим с Тель-Авивом. Шоссе будет расширено до 3 полос движения в каждом направлении. Кроме того, будут спрямлены крутые повороты. Старый мост Харель, построенный несколько десятилетий назад, будет ликвидирован. На его месте появятся 2 700-метровых туннеля. А в районе Шаар-Агай прокладывают специальный экологический коридор, который позволит животным, обитающим в окрестных лесах, переходить с одной стороны шоссе на другую. Недавно родильное отделение в медицинском центре «Сорока» в Бершеве столкнулось с необычной нагрузкой. Обычно за сутки здесь обслуживают 35 рожениц в среднем. Однако на этот раз в больницу обратилось 58 будущих мам. Директор больницы профессор Моше Мазор сказал, пик рождаемости приходится на лето и осень. В ближайшие месяцы число родов увеличится. Впервые израильские орнитологи обнаружили в районе горы Хермон вот такую пеночку. Эта крошечная певчая птица весит всего 7 граммов. До сих пор ее встречали на территории, которая расположена на 700 километров севернее, в Турции. Заметить ее было трудно, потому что большую часть своего времени она проводит в листве, а ее внешний вид очень схож со многими другими. Еще одна рубрика сегодняшнего выпуска «Граждане, послушайте меня». Как правило, туда включаются выступления разной степени накала, разного стиля, разного направления, разных тем. Сегодня это публицистика. Я хотела бы поговорить с нами о наших детях. Каждый, кто приезжает в Израиль и, конечно, в Иерусалим, обнаруживает огромное количество детей самых разных видов, мастей и возрастов и на улицах, и на улице города, и в транспорте. Ведут они себя по-разному. Израильские дети довольно раскованы. Но на самом деле они дети замечательные. Я считаю, что это наше самое главное богатство и достояние. Мне хотелось бы рассказать вам историю об одном мальчике. Мальчик этот на бар-мицву на свое 13-летие получил от родителей подарок, о котором мечтал. Поездку в летнюю школу в один из пасторальных городков Англии для обучения английскому языку. Наша традиционная рубрика. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой Смоленской, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. Над дорогой Смоленской, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. Дорогой Смоленской метель, метель в лицо. Все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Понадежнее было бы рук твоих кольцо. Покороче б, наверно, дорога мне легла. Понадежнее было бы рук твоих кольцо. Покороче б, наверно, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы,